дорогие мои друзья! Мы с Тамарой находимся на Софийской площади. Вон, видите, да, Софийский, Софийский собор. Я не знаю, будет ли вам слышно. Солнце светит яркое. Да, вон. А Михайловские колокола как? Михайловские блестят. Сейчас покажу. Михайловские, смотрите. Купола сверкают на солнце. Горят. Тамара вчера посмотрела погоду и говорит, что сильно холодно будет сегодня. И снег, плюс, не холодно, плюс а плюс два. Но сказала, что снег будет. Один из самых холодных дней за все это время. Плюс два. А так у нас было и до 6, и до 4, и до 8. Вот обещают скоро опять 8 градусов. В субботу, по-моему, или когда вот на днях. Ага, 8 градусов будет. Ну, или было даже, да, недавно, вот прошлая суббота или воскресенье было почти 10 градусов, было тепла. Да. Вот так на солнышке пригрелось. Сегодня плюс 2. И мы решали с Тамарой, идти или не идти, потому что дождь. Не холодно, но ветер холодный. Да, ветер холодный, и солнышко вышло, так что мы не зря, Тамара, с тобой собрались, да, все-таки. Да, не замерзли, хорошо. Не замерзли, хорошая погода. Ну, чуть-чуть так, знаете, морозец, но надо наконец-то почувствовать зиму, скажите. Сколько можно, весна-весна? Ну, иногда было холодно. Ой, ударились. Ну, хочется снимать, чтобы вы видели вот так вот светлый фон, но сзади красивый фон. О, Софийский собор. Так что мы идем. Интересное место. Но зрители знают это интересное место. Зрители знают давно это интересное место. И любят с нами ходить. И любят с нами ходить, да. Посмотрим новинки. Да, что-то новое. Надеемся что-то это увидеть. Маркет все свои. Мы с вами часто ходим. Бренды. Говорят, что там очень много нового в этом. Не знаю, будет ли слышно. Ну, повтори. Что-то, говорят, будет новое, поэтому мы идем и посмотрим. И берем вас с собой, дорогие мои. Посмотрим, что за бренды, что было интересно. Потом вы мне напишите в комментарии. Да, что вам понравилось. А что уже вам надоело смотреть. Да. Ой, Киев, конечно, есть Киев. А Киев не надоедает смотреть. А Киев не надоедает. Всегда красив, любое время года. Да. И особенно скоро будет весна, лето. Ой, а весной, это будет, весной, это вообще. Это будет Киев все. Сказка. Киев прекрасен, любое время года. Ну вот, болела нога, поэтому я не ходила. И холодно было, честно говоря, да, надеюсь. Потеплеет, и мы с вами будем ходить по городу Киеву почаще, да. Пианино, смотри. Да? Пошли. Смотри, пианино стоит. Мы идем вот туда, но мы еще хотим пойти наверх, сходить. Давно уже не были здесь, да? Это фундамент. Здесь был десятинной церкви. 989-й. И 996 год. Это сейчас вот это уже новые камни. А до этого были такие старые. Еще когда я приехала в 86 году, здесь было очень мало показано. Так вот был забор. А сейчас, видите, убрали забор. А вот здесь, сейчас вам покажу. Вот здание, где все, вот здание, где все свои проходят. Вон люди заходят. А это вот Андреевская церковь впереди. Церковь Андреевская. Просто неповрежденная. Я недавно читала, что вот эта постройка незаконная. Вот эта вот белая церковная. У нас в Киеве всегда какая-то движуха происходит. Видите, что-то они там костры какие-то палят. Что-то там поют. Песнопения какие-то. Неудобно подходить, снимать. Неизвестно, надо, можно или нельзя. У них своя тусовка. Неудобно, да. Может, нельзя снимать, да. О, сейчас я вам покажу
Весь город. Нет, не весь город, только район Подол покажу сейчас. Ну ладно, мы спешим, не пойдем. Вот оттуда очень хороший обзор. Я вам когда-нибудь расскажу, где лучшие обзоры Киева. Это замок Ричарда виден. Вот сейчас отсюда показываю замок Ричарда. Вот внизу Андреевский спуск начинается, улица отсюда и вниз, вниз, вниз туда. Видим район Подол. Но это еще... О, какие-то новостройки там выросли. Давно я здесь не была. Все загородили. Все загородили, да, весь вид. Облака. Поближе покажу вам Андреевскую церковь. И видите, небо даже виден отсюда. И мост пешеходный. А здесь берет начало Андреевский спуск. Девчата идут уже с покупками. Вот все свои называются. Украинских брендов. Вещи. Эти весенний маркет сегодня. 4 по 10. По 5 березня, марта будет. Вход бесплатный. С 10 до 19 часов. Вот. Вот. 150 найкращих украинских брендов. Одяг та аксесуари. Дякую. Еще и двери открыли. Доброго дня. Доброго дня. О, как нас застречают. Вот и пришли. Идем смотреть, мне уже не терпится. Побежали. Три этажа здесь. Куда начнем? Сверху, снизу? Всегда. У нас свой порядок. Да. Сверху вниз. Сверху вниз. Так, здесь аксессуары и прикрасы. Ай, смотрите, какая тут собачка. Музыка здесь играет, поэтому я не знаю. Под музыку вам покажу тогда все. Ну, с колотой відварюється в соді, години-дві-три, відварюється, потім знімається шкірочка. І залишається цей скелетик. Потім формочку продається, і потім вже нарощується метал гальванічним способом, і покривається золото. І саме ось ці фізалі тут золото і чорніль. Представляєте, це золото. Це настояще растіння, тільки висушене і зверху покрите металом. Золото, наприклад, ось тут. І скільки коштує у вас? 1000 гривень. 1000 гривен, вот эта подвеска стоит. Видите, это все настоящие листочки. Гинго белоба. Вот эта белая жемчужная, посмотрите, какая красивая. Это все листочки. Дякую. Покажу им. А, они легенькие. Я думала, знаете, как они удержатся на ушах. Оказывается, легкие, совсем как пушинки. Є ще легше. Ще легше, да? Ці, вони великі, але легше. Це 900. 900 гривень, подвесочка, смотрите. Я люблю подвески. Ці легкі, смотрите. Це ще легше. Такі сережки взагалі не відчуваються. Да, невесомые, да? А, смотри, орхидеи. Це золото і чорніння. Золото, представляєш, настояще? Це бадьянчик, він навіть пахне навіть крізь метал. Thank you.
добрий день. Хочу вам представити ароматичні соєві свічки, повністю натуральний склад, дерев'яний гіпнотик, який має максимальний рівень потріскування. Всі наші матеріали сертифіковані, тобто є безпечними для здоров'я, а особливо для вагітних і для діток. Тому можете з задоволенням купувати як і собі, так і на продавців. Запахи, звісно, дуже такі. Вони рахуються одні з самих кращих запахів, які можна використовувати для свічковарі. А, для свічковарі? Так, вони повністю сертифіковані. Є відповідна комісія, яка слідкує за цим всім, щоб ці аромати використовувалися саме тільки з соєвим воском. І не тільки соєвим, з кокосовим можна використовувати. До речі, в зимову пору року можна свічку використовувати як масажну. Розтопити на ручки, розмазати і таке зволоження шкіри. Спасибо. И сколько стоит такая свечка? Типа 280. По 280. Да. Угу. 480 можно взять вот такие патриотичные вещи у нас. Ага. Можно просто с белым написом. Є в нас свічки із таємним написом. Це тобто надпис проявляється після того, як свічка погорить 30-40 хвилин. А, да? Є зі святом весни, найкраща мама. Girl, you should wear a name tag. Невіщі спосетин. Girl, you should wear a name tag. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag. All I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. That's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. А ты для ароматизированного? Постельное белье положить. А ну дай. Шкаф. А что пахнет чем? Дай. Ты нюхала? Шкаф вот так положить, чтобы пахло постельное белье. Да, интересно. Девочки продают. Девчата. Тоже натуральный, да? О. Из ароматами, арома оливки. Так. Премиум якості. А? Арома олійки преміум якості. А, понятно. Смотри, какие свечки. Мне так нравится. Да, действительно. А пахнет возле этих свечек. А. Действительно. Очень сильно пахнет. А розочки, букет, смотрите. Это свечка такая, да? Ага. На выставке бывает. Перший раз.
смотрите, ищут хозяина. Кошки, собачки. На лифте приехали еще на второй этаж. Минус второй. О, здесь пахнет, это гастрономический, Тамара. Да. Гастрономический. А минус третий? Мы не туда приехали. Минус третий. Что у нас? А, нет, керамика, смотри. Доброго дня. Керамика здесь продается. Все по 200 гривен. Это ж бусы из колбас. Да. Провяленная колбаска. Манго чили с виноградом, с поднятой горчицей, и с журавлинкою, и с клюквой. Да. 8 видов. 8 видов? Да. Это свининка. Це з в'єтнамських веслобрюхих свиночок. Це ножки з них, приберця, лопаточка, переключене сало з різними травами. Це рулетики з салом, м'ясо. Оце м'яско, ой, сало. Сальце, да, рулетики. Зі звичайних поросят. Почерьовочка. Мясо печене. О, я такого ще не видела. Как це перепелені яйця. А перепелені яйця? А, перепелиные яйца с маринованного копчения, пожалуйста, тебе. Еще такое бывает, оказывается. Колбаска свиная. А пахнет же. Печена, копчена, почерёвочки, курчата двотижневые, бройлеры. Бройлерные. Индичья колбаска, курячий рулетик, курячая колбаска, пастурма. Ох, у вас и ассортимент, конечно, да. И... суджук свиной, говяжий, сальчиса саджаната по-итальянски. Так, с курки, значит, тут говядина є, сири, кров'ячі, дуже різні, є суджук. Є з кунжутом, є з томатами, є... А тут все натуральне, красителі, да? Все натуральне. Ну, наприклад, чорний – це дерева, вугілля. А, це уголь? Так. Древесний уголь, Древесний уголь, так. Спущене молоко. І з свіжою полуницею. Так что у нас все свои, все с властной фермы. Да? А где ферма у вас находится? Вышгородский район Пырново. Это восковые, восковые салфетки. Да, смотрите, вот так, и можно на накрыть. Там добавляется соснова смола и масло жжиба. Они антибактериальные. А, ну дома покажем, Тамара, как они, да, вот так вот, видите, закрываются.
Дякую. Можете в Инстаграме у Сильвиана набрать, и там та дівчина, що виготовляє. Я поняла. Спасибо. А как, сколько, смотрите, разных видов картинки какие-то? А вот эти все в одном размере, это большая, да? Или это наборы меньше? Наборы по 320 гривен, тут резно 3 размера. А, это наборы, да? Да. А ты на бурке. Можно такой размер еще? Ага. Девчина сама робила. Ага. Вона замовляла у виробника тканини, то есть вона розробила цей принт. Такий з українськими мотивами. Ага. Який розмір усього? 100 гривень. Натурально. Мы приехали на минус третий этаж. А здесь вот одежда продается. Несколько рядов одежды. Такой нежный цвет. И сама легкая такая кофточка на лето. Шикарная просто. Воздушная. А цвет, посмотрите здесь. С розочками тоже. Нежнейшие просто. Я еще как сандали этот расстегнула, вообще сознание потерять. Да вы что? А, да? Сознание потерять? Вот он, второй. Ага. Выкройка. Конечно, расход кожи идет дикий, но ага. Вы посмотрите. Видите? Боже, вообще нет слов. За такими сандалями. Да. Мужские легкие, да, такие? Они. Ну вот вчера женщина захотела и такие же. 3600. Угу. Захотела такие же. Да? 41 размера. А женская. Вы по размеру рук? Да. Вот так вот застегивается. Да. Ага. Легкие, очень легкие. Кожаная подошва, но мы можем делать и не только кожаную. Да? Это мы уже прям лакшери сделали. Ясно. Ну давайте визитку свою. Спасибо. У нас шоурум на Подоле. Будете в Обрововском монастыре, заходите в гости. Каву попить. У нас там кафе-бутик за углом. Ага. Все обожают. Дякую. Из-за того, что это не фабричная, а мастерская, то вы можете поменять цвет, комбинацию, подкладку. Например, на ботинку вы можете как вот такая вот баечка, демисезонная считается. Точно так же и... Кожи сейчас нет. Кожи нет, ну или кожаная, или вот вплоть до цикейки. Это натуральная цикейка. Шикарно. Да. Теплая и... Очень. Заказывают мамочки с детьми, бабушки и охотники. Дякую. Сумки шьют эти здесь. Это там же у вас и мастерская находится, да? Нет. Подоле мастерскую, это же дорого. А просто что? А Тамара сразу платки. Вот любительница платков и шарфов. Любит, да. Добрый день. Ну да, мальчик. Я могу показать, как все нужно делать. Ну, давай. Агартай, ярко у вас. Давай, еще и на пуговицу. Пуговичка, да. Не треба завязывать ничего. Пуговичка есть, видите? А в помещении вы можете его спускать. Ну, так спускаешь, да? Да, да. Пальто можно взагалі вот этим крючком сюда. И у вас получается такие отменные шапки. Это искусственный замш с этой стороны, а с этой стороны шелк натуральный. Двухсторонний платок или шарф.
все, посмотрели выставку. И мы с Тамарой, наши любимые чебуреки, приходим специально, наверное, из-за чебуреков, а не из-за выставки, чтобы покушать. Смотрите, как здесь красиво. Можно кушать чебуреки и с таким видом поедать их. Подножие Андреевской церкви, вот здесь вот летом особенно, вот здесь продают картины. И виды открываются шикарные. Люди на солнышке греются, здесь и блинчики пекут. Оп. Дякую вам також. Гіки, чебуреки, вони такі сочні. Ням-ням-ням. Вон туди встань. Снімай, Тамара, як я їм. Вкуснятину таку. Які вони огромні, посмотрите. Любу з видом на Дніпр і з чебуреком. Але вони такі хрустящі. Или даже, Тамара, давай так, с этой стороны встану, с видом на Андреевскую церковь. И чебуреком. Вот так, вот так, вот так, сними меня с видом на Андреевскую церковь. Да, она так сквозь купола. Деревья просвечивается. Думаешь, это эстетично? Не знаю. Ну давай, приятного нового. На Майдані Незалежності вороб'ї на деревьях сидять і пісеньки поють. На солнышке щебечуть в центрі Києва. Ну, що-то вони нахлобучились, Тамара, мабуть, холод буде. Ну, смотрите. Дорогу я просилася, а він мене взяли.
Что мы купили? Эти вощеные салфеточки. Да, такие антибактериальные. Вот, например, что-то осталось всегда. Не только тарелочки там прикрыть или как-то, а вот смотри, как хорошо. О. Все, и плотно все, так ложится. Да, да? Красивенько, настроение поднимает. Да, вот сейчас рисунок покажу. А приятный какой он, вот воск. Вы пробовали когда-нибудь вот такой вот он? Приятный на ощупь. Угу. Закрыла. Яркое такое. И поставила. Это ж придумывают люди, да, молодцы. Поэтому мне не нравится, что такое интересное всегда. Угу. Покупать. Такое интересное. Вот, смотрите. Не знаю, насколько оно функционально будет для меня, но мне интересно. Ну, попробуем. Если будет функционально, мы еще будем покупать. Да, да. То это очень хорошая вещь. Интересно, как она, как долго тревалась ее какая? Срок? 2 года, да? 2 года. А, ой, вот это с маком вообще красиво. Так, смотри. Вот банку, допустим, можете закрывать, а или тарелочки. Хлопок нравится еще. А, узбекская. Каракалпакский хлопок. Да, хлопок будет у меня в холодильнике расцветать. Раз. Вот так. Тоже, видишь? Ага, ну, темненький. Надо взять большую тарелочку. Надо. А мне яркие. Да. Я люблю такие яркие цвета. Мне, ну, вот такие больше. А хлопок, да, я тоже. Ой, хлопок. Молодец, что ты купил. А я... Хлопок, да. И вот еще, смотри. Ой, какой нежненький. Да. Ну, тоже для большой тарелочки. Это для больших тарелок. Для больших. Ага, вощеная. И какой хочешь формы можно создавать. И держит хорошо, держит самое главное, хорошо, вот так вот. Видите, можно даже вот так закрыть. Плотно-плотно можно даже. Она показывала там, я даже, по-моему, снимала, как она показала, что нужно, можно плотно-плотно снять. Да. Смотрите, это все сильно плотно. Можно вот так вот, вот. Смотрите, вот так. Видите, как прикладывается. Вот умелицы такие. И натуральное, главное. Антибактериальное. Тут вот мне понравилось. А ну вот это покажу поближе. Вот. Ой, здесь птичка. Вот, смотрите, птичка какая. И вот это. Угу. Ломик, журавик. Да, журавик. Василечки. Василечки. Вишенки. И, конечно же, подсолнышек. Аист. Подсолнышек. Подсолнышек, да. Варенички. Свекла, бурячок. Да, это все атрибуты. Да. Украинские. Ну, мы еще не покажем. Иди, Люба. А. Калина. Калина. А как же, да. А маки. Еще баночка. Ой, смотри, рассматривайте, рассматривайте. Смотри, маки. Баночка. Крынка закрытая. Угу. Да. Интересно. Еще много чего купили. Тоже украинского производства. Но показывать не будем, потому что это у меня подарки. В Прагу. Да. Девочка говорит, сама дизайн делает, вот таких салфеток сама рисует и вот их пропитывает воском, это пропитанная воском же ткань. Да, да, да. Вот. Еще ж, во-первых, найти надо эту ткань такую красивую. Да, да, так что вот, пожалуйста, у меня в холодильнике будет ярко, красиво. Да. Ты же говоришь, что у тебя пусто. Пусто, выросла теперь, капуста, теперь а теперь специально, пусто. А теперь не будет пусто, даже у них, смотри, пчелка там. Ага. Угу. Посмотрим, будем пользоваться. Насколько оно действительно нужно, это будет уже по ходу видно. Да. Может, все-таки покажем вот эту вещь? Покажем. Эту свечку я купила, меня пригласила в гости Анна Леонтьевна. И я решила ей подарок сделать. Тоже ручной работы. Ой, Тамара, ну открой-ка. Угу. Затянула уже. Пока ладно так, а то потом сам. Ой, пахнет. Знаете, там запахи разные были, но я вот с розой выбрала. Именно пожалуйста, вот этот вот. Ой, смотрите, вот такая. И крышечка. А пахнет. А пахнет. Розой пахнет. Вот настоящая роза. Как будто рядом прям цветет куст. Куст розы. Такой нежный-нежный аромат лепестков роз именно. Да, да.
Вот. Она тебе визиточку положила, наверное, визиточку. Да, ой, визиточку надо убрать, конечно, да. Это же подарок будет. Видите, вот оно так вот закрывается, крышечка. А, пахнет, сама коробочка уже. Ах. Среди лепестков роз, лишь сказать. Ну, я там нюхала, там еще мне очень понравилась вот эта вторая. Там как-то не очень запах чувствовался, потому что кругом эти ароматы этих... Не, ну я вот это почувствовала, вот это прям резкий. Здесь прям... А мне еще тот второй тоже понравился, вот который был с персиком или какой там был. Тоже очень вкусный был аромат. Ну вот, будет вот такой подарок еще. Угу. Наверное, все-таки покажу. Нет, не буду показывать. Все, когда приедут... Не терпится показать, да. Ну, не буду показывать. Все. Все. До новых встреч. Конечно, было много всего интересного. Ну, да. И то. Все хотелось, но дело в том, что, во-первых, не хотим загружать дома все, затариваться, да. Пили все в подарок. Решили все-таки поддержать наше украинское производство, наших дизайнеров, молодых вот предпринимателей. Поэтому и сделали там много покупок, но на подарки, не для себя, да, там? Да. Вот Тамара уже что-то готовит там, начала уже. Хорошо, что мы пошли с самого раннего утра, поэтому людей не так много было. Когда мы уже выходили, знаете, было очень много уже людей, заходили толпами. Толпами уже начали заходить. Вот. И мы с Тамарой такие довольны. Хорошо, что мы с утра уже успели пробежаться. Еще завтра они будут, и все, и они же закрываются вроде бы, да? Да. Будут, наверное, еще другие дни какие-то. Да? Сейчас их нет уже. Закроются. Сейчас вечер. И посмотрите, лучи солнца отражаются в окнах, в соседних окнах. Закат такой у нас в Киеве. А у меня в ушах женщина говорит, сейчас я вам покажу сандалии, и вы упадете в обморок. А я думаю, что в обморок можно упасть от города Киева, от красоты города Киева.